Посвящение Бог ждет от тебя. Посвящение живого, всецелого, и служение поручит любя недостойному и неумелому. Ты в себе не ищи ничего драгоценного от рождения. На кресте у Христа одного сможешь ты найти сбережение. Ты молитвой туда посмотри с возрастающим с дерзновением, и рукою веры бери, и служение, и умение. Посвящаясь царю царей, удостоишься высшей почести, но сойдет помазание елей при условии, если хочешь ты. Иисус, суни тяжело подчинить нас в одно мгновение, но насилие не нашло в нем и малого применения. Он проходит среди церквей, побуждаем святой задачей, и внимание его очей привлечешь ты лишь самоотдачей.